Всем привет! Пришла вот такая посылочка. Вот. Реле регулятор. Рабочий ток до 40 ампер. Напряжение 4,4. Так, вот старое реле. К трактору Winmar в 220. Вот у меня 4-5 контактов. Это уже не рабочее реле. Тут я раздолбал. Запах, гарь, вонь. Сгоревший, короче. Видно, вот этот контакт закисленный. Такая посылочка. Также здесь мы имеем 5 проводов и один на массу. Да, отслеживалось вот по трекеру в течение месяца шла, все отслеживалось. Россия, Молдова. Так. Вот смотрим назначение. Так. Какой провод куда? Инструкция, характеристики, подстройка напряжения. Будем пробовать устанавливать. Скорее всего, возьму отсюда эти контакты, припаяю к этим, кроме массы. Для того, чтобы можно было подключить все это дело уже к трактору. Вот. Я уже распаковывал. Просверлил два отверстия, каких мне нужно. Вот. Здесь уже были просверлены, но... У меня так установлено, что мне надо вот эти два. Вот. Пока на этом все. Причина была одна. Снял с клемму с аккумулятора. И, соответственно, реле сгорело. Так что, ребята, кто будет снимать клемму, сразу выкидывайте реле. Такое реле японское стоит в два раза дороже, чем... такое. Это рассчитано до 40 ампер, а это, по-моему, 25 или 30, сколько оно там имеет. В общем, горит. Реле заказывал у Дмитрия из Санкт-Петербурга. Вот его сайт. Всем пока.